стране выздоровели и выписаны из больниц 72 203 пациента, которые переболели коронавирусом. Зафиксировано более 73 тысяч человек с подтвержденным COVID-19. Лаборатории обработали свыше 1 618 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. 100 добровольцев из Беларуси примут участие в клинических испытаниях российской вакцины «Спутник В». Это будут люди от 18 до 60, которые не болели COVID-19. Главное требование – отсутствие хронических заболеваний и переносимость компонентов вакцины. Ученые ожидают, что после прививки иммунитет против коронавируса выработается на 2 года. Если все испытания завершатся успешно, то Беларусь станет одной из первых стран, которая получит «Спутник В» для массовой вакцинации от COVID-19. Накануне в России стартовала третья фаза клинических исследований вакцины.